смотрите, я себе сделала новую брошку в виде кексика. Ну, как бы, все в теме, да? Привет, кстати, всем, меня зовут Елена, и сегодня мы будем готовить, ну, не сладости, как вы могли подумать, судя по моей брошке и футболке моей любимой кондитерской, а сегодня мы будем готовить флан. Флан де цукини, флан из цукини. Это простейшее блюдо, но очень вкусное и очень интересный способ употребления и приготовления обычных, всем хорошо знакомых, цукини. Я сама не большой поклонник цукини, но все фланы я очень сильно люблю. Может быть, еще в будущем приготовлю флан из тыквы, еще можно приготовить флан из шпината. Из морковки я не знаю, кстати, может быть, я посмотрю рецепты. Из спаржи. Ну, наверное, пока все. Из топинамбура флан я уже готовила. Если вам интересно, то ссылочка будет внизу. Очень вкусное блюдо. Сегодня будет флан из цукини. Простейшее. Сами в этом сейчас убедитесь. Извините за шум. Здесь параллельно еще готовится другое блюдо. Итак, для флана из цукини нам потребуется, конечно же, цукини. У меня они вот такие маленькие. Здесь всего 4 штучки. Масло оливковое, оно подходящее для жарки, рафинированное. Также масло оливковое Extra Virgin, Grana Padano, пармезан или любой твердый сыр, который у вас просто есть. Немного соли, сливки, не 200 мл, понадобится, ну, пару столовых ложек неполных. Одно крупное яйцо и черный перчик, или вот как в данном случае у меня микс перцев. А сейчас мы мелко режем цукини и обжарим их на сковородке вот на таком рафинированном масле. Обжарили. Теперь прикладываем наши цукини в чашу блендера. Теперь к цукини добавляем немного сливок. Сливки эти специально для приготовления соусов, ну, как я сказала, примерно 2 столовые ложки. Также соль, буквально каплю, ну, чайную ложку оливкового масла Extra Virgin, одно яйцо, тертый сыр, одно яйцо. Закрываем блендер и взбиваем. Вот такая масса у нас получается. Теперь мы ее можем разлить по формочкам. В этот раз формы для своего флана я выбрала вот такие силиконовые. Я ставлю их в глубокий противень. В противень наливаю воду. Наливаю немного, ну, до половины формы, чтобы она доходила. Смазываю формочки маслом и выливаю сюда наш флан. Ну вот, флан мы перелили в формочки и теперь отправляем его в духовку на 180 градусов в режим вентиляции на 20 минут. Готов наш флан, уже постоял, остыл и немножко даже подсох. Шучу. Теперь будем его сервировать. Ну, вот так я украсила свой флан. Сюда, конечно же, просится листик базилика или листик петрушки. Но у меня, к сожалению, не было этой зелени дома. Но были помидорки черри и вот такой сладковатый бальзамический уксус, который использую для салатов. Очень вкусный. Я сделала им вот такие вот капельки. Думаю, выглядит неплохо. Прикольно получилось, правда? Можно еще сыры какие-то расплавить, сделать соус, полить. Любой можно соус сделать. Можно, мне кажется, даже из помидор соус сделать. Я в этот раз решила полегче, без соусов, вот просто так флан подать. Сам по себе он уже очень вкусный. Готовьте такой флан, делитесь своими комментариями и всем до скорых видео. Пока!